Здрасте. Не заснял входную группу Калисты. Но сейчас попробую заснять. Калиста. Ну, красиво. Смотрите, какая люстрочка. Два подогреваемых бассейна, которые подогреваются даже ночью. Семейный номер. Семейный номер у нас 80 квадратных метров. Наверху спальня с санузлом, внизу. По заполняемости мы можем ставить дополнительные кровати. Девочки, вы? Два плюс два, это может быть четыре взрослых. Души здесь? Душ и ванная. И на втором этаже тоже. Можете на второй этаж тоже подняться. А, тут еще второй этаж. Можете посмотреть мини-бар. Это family. Family? Да. Я вам открою сейчас. Вау, ничего себе, прикольно. Извините. Это дуплик, да? Фэмили номер. Зеркало. Что? Ванная, душ. Вау. Это классно. Да, ребенок сейчас сидит. Как вы думаете, какое здесь размещение? 2 плюс 2? Все. Это стандарт. Можете тоже как бы удостовериться, стандартные номера с таким же набором мини-бар. Классно у вас мини-бар. Мини-бар вообще супер. Мини-бар супер. Только без пива, да? Он не без алкоголя. Сейчас можно сфотографировать. А, да? Сейчас. Баночный. Лучше, чем. Ух ты, как классно. Количество кроватей тоже может быть разное. То есть, если, например, в номере стандартном 3 взрослых, то мы ставим 3 раздельные кровати. Если это семейная пара, то мы предоставляем номер, если без детей, то предоставляем номер просто с оригинальной французской кроватью. Если дети, то вот как вы сейчас видите, и плюс еще дополнительная детская кроватка ставится. Комплименты, это для нас или, ну, имеется в виду, для фото, или на самом деле вы даете комплименты такие, ну, за кто заезжает? Ну, вот вино там, то все. Нет, это во всех номерах. Молодцы. А то нам в одном отеле говорят, нет, этого не будет. Это нет, просто, это чтобы фото красивое нет, было. Нет, это у вас на всех номерах при заезде ставят. Классно. Это стандарт? Да, это стандарт, мощный стандарт. Ого,
И ванна, и душ. Калиста, Калиста. Сео Калисты детям до 12 лет бесплатно. Когда мы Family Room смотрели, то они говорят, что они могут до 3 детей внизу разместить. Могут поставить 3 полноценные кровати, убрать диваны и поставить полноценные кровати.